Центр управления защитой и обороной порта Петропавловск-Камчатский могут создать в регионе. Идею о необходимости единого межведомственного органа озвучили во время учений по защите от угроз террористической опасности. Цель этого учения – отработать, во-первых, взаимодействие, а во-вторых, создать единый замысел оперативный по действиям в той или иной критической ситуации, которая может возникнуть в порту Петропавловск-Камчатский. С учетом того, что мы планируем строить пункт регазификации, вот, это потенциально опасный объект. Это танкера, которые стоят на рейде и привозят нам на Камчатку топливо. И много-много-много еще критически важных объектов, которые требуют охраны, и не только воинских. Краевые власти, в свою очередь, отметили, что местное правительство серьезно относится к рискам возникновения угроз террористической опасности. Регион должен быть готов к любому развитию событий, а оперативное взаимодействие всех силовых структур и ведомств отрабатывается во время учений. Сегодня мы видим новые угрозы и факторы риска, которые возникают, связанные с террористической деятельностью. И, конечно, особую роль в них играет использование беспилотных, как летательных, так и морских аппаратов. В частности, безэкипажных беспилотных катеров. Этому были посвящены те учения, которые сегодня проходят в Петропавловске-Камчатском. Мы очень внимательно отработали все элементы взаимодействия. Глава Камчатки отметил, что не менее важна и бдительность местных жителей. То, с каким вниманием все относятся в повседневности к потенциальным угрозам, является, по мнению губернатора, залогом общего благополучия.